Всем привет! Вы на канале Рецептко, и в этом видео я вам покажу рецепт пасхального кулича без дрожжей. Для приготовления теста нам понадобится 100 грамм сливочного масла, 100 грамм сахара, щепотка соли, ванильный сахар. Взбиваем пару минут миксером. Масло должно быть комнатной температуры. Добавляем сюда 2 яйца, яйца тоже должны быть комнатной температуры. Теперь все ингредиенты взбиваем миксером до однородности. Добавляю 80 грамм греческого йогурта, если у вас нет йогурта, его можно заменить сметаной. К 150 граммам муки добавляю 1 чайную ложечку разрыхлителя. И перемешиваем. Все пропорции ингредиентов я укажу внизу в описании. Кулич у нас будет с изюмом, поэтому заливаю 50 грамм изюма кипятком и даю постоять приблизительно минут 10. Затем сливаю воду и отправляю изюм на бумажное полотенце. Убираю лишнюю влагу с изюма и отправляю изюм к тесту. В этот кулич можно добавить также орехи или различные другие цукаты. Но я буду делать только с изюмом. Теперь просеиваю муку и разрыхлитель к тесту, перемешиваю. Для куличей я сделала вот такие вот самодельные формочки. У меня здесь 3 слоя фольги. И внутри я застелю эту формочку пергаментной бумагой, дно и бока. Затем выкладываю тесто в форму. Разравниваю верхушку, чтобы она была ровненькая. Слишком много теста не нужно добавлять в форму, так как кулич при выпекании у нас поднимется. Готовность кулича проверяю при помощи деревянной шпажки. Она должна быть сухой и чистой. Выкладываю пасхальные куличи с формы и убираю пергаментную бумагу. Вот такой вот красивый куличик у меня получился. Сверху кулич смазываю кремом. Крем у меня состоит из сливок, греческого йогурта и немножко сахара добавила. При помощи крема выравниваю верхушку, и вот такая вот красивенькая ровненькая пасочка у меня получилась. Одну паску я украсила желтыми цветочками, а другую сделала стандартную, присыпала стандартную посыпку для паски. Вот такой вот простой и быстрый рецепт я вам показала. Он не требует очень много времени, нам не нужно ждать, пока тесто у нас подрастет. Ну и конечно, сейчас я вам покажу разрез кулича. Если вам понравилось это видео, то ставим пальчики вверх, а также не забываем подписаться на канал. Всем пока!